полностью сесть, вот, чтобы не было так, что вы сели на какое-то место, а на это место человек билет продали. Кто? Ксюша. Да, все, спасибо. Нет, не плохо. Вот со мной сесть. А вы проходите, проходите. Имени победителя. Дальше. Дебют. Первый верный шаг победителя с подписью Григорьева. Имени победителя. Дальше. Фестиваля. Оператор. И обладателя. К оператору вот это придет. Галина, я жду вас на выходе в 8 часов. Давайте хорошенечко поблагодарим наших спонсоров и партнеров за то, что они помогли существовать этого фестиваля. А сейчас я приглашаю на сцену Татьяну Викторовну Зорину. Я в последнее время хожу, и меня все время преследует вот эта фраза. Никогда их поход пусть не кончится. Я люблю только эти войска. Слово «войска» все чаще звучит сейчас. Но вот это «я люблю только эти войска», я думаю, относится именно к нам. Часовые любви. И в этом смысле кинематографисты – часовые любви. Большое спасибо вам, вашему герою. Я вас оценю. Спасибо. Спасибо большое. Я вас очень люблю. И теперь Алексей Филиппов может снимать 45 смен на камере Canon 5D с 3 объективами на его выбор. Здравствуйте. Спасибо большое. Я думаю, что Леша будет очень улыбаться, будет счастлив, как и я. Образы и подобия, которые рассказывают о человеке, который связывает свою судьбу постоянно с чужими судьбами. Да. Картина теперь выставим. Эту сцену. Уважаемые дамы и господа, огромная честь быть с вами сегодня. И огромная радость награждать, даже если я не участвовал в жюри, даже если не знаю картины, я всегда радуюсь, если растут новые поколения наших молодых коллег. На камнях, пустыне растут деревья, когда этого хочет человек. Человек может создавать оазисы. И вот поверьте, так глубоко совпало с моим внутренним миром, и действительно мне искренне работа очень понравилась. Я желаю, дорогие друзья, всем сидящим здесь, уметь создавать оазисы. Это так нужно сейчас в нашей стране. Спасибо вам. Главный приз фестиваля, приз губернатора Саратовской филармонии, 13 дверей. Российскую Федерацию, но это справедливо. Это правда замечательная картина о том, как на территории одной тюрьмы вместе учатся заключенные и те, кто их охраняет, во время учебного процесса, они равны.